Маска из ламинарии. Нам понадобится ламинария, ее можно купить в аптеке, и кипяток. Для жирной кожи нам понадобится несколько капель лимонного сока. Для сухой кожи нам понадобится любое нерафинированное масло, витамин А или Е. Как же приготовить эту маску? В чашку насыпаем ламинарию, заливаем кипятком, размешиваем до однородной массы и накрываем блюдцем и оставляем так на 5-10 минут. Самое главное, чтобы воды было немного, иначе будет тяжело наносить. Добавляем несколько капель лимонного сока для жирной кожи, для сухой витамин А или Е. Размешиваем и наносим на лицо на 20-25 минут. Смываем теплой водой и ложимся спать. Маску делаем 3-4 раза в неделю. Кожа после маски сияет, подтягивается и оживает. Через 2-3 недели вы будете выглядеть на 2-3 года моложе. А еще через 2-3 недели становимся еще моложе. С вами за кадром была Ева.